тебя есть закон, для тебя есть запрет. Скотны не воруй и не уйди никогда. Будь открытым для всех, отвечай за слова. 8 лет президент, ты опять кандидат. Посмотри нам в глаза и закрой свой мандат. Доверяли тебе, а ты врал много лет, применяя во всем свой КБшный секрет. Ты такой же, как я, человек, а не бог. Я такой же, как ты, человек, а не лох. Не дадим больше врать, не дадим воровать. Мы свободный десант, с нами Родина мать. Что мы как бы... Это знак презрения. Знак презрения. Я всегда плачу 30 рублей в Сбербанк. Там копейки, я все, чтобы денег не считаю. Нормально, нормально. Подкинь на жизнь, Марина. Так, не, любые, до 10 рублей, пожалуйста. В цели акции. Мне недавно в Ульяновске вынесли приговор по абсолютно сфабрикованному уголовному делу. Якобы я избил активистку молодой гвардии, сломал ей челюсть. Мне сначала хотели дать общественные работы 240 часов. Потом в процессе обжалования изменили на штраф 35 тысяч рублей, но ни за что. И у меня сейчас ситуация, если не заплатить штраф, я буду арестован, то есть будет изменена мера наказания. Поэтому я решил такую провести акцию презрения к жуликам-ворам, называется штрафной удар. Мы им штраф заплатим, но... Соберем большой мешок вот этих монеток и просто-напросто засыпем их этими монетками как знак презрения, да, к этой судебной системе абсолютно беззаконной, правоохранительной, и во всей государственной машине, которая сегодня людей топчет, давит, фабрикует ложные уголовные дела. Поэтому это будет мой ответ на этот приговор. Вот сейчас обратился к гражданам, люди приносят, у каждого дома это не обременительно, есть такие вот баночки или... мешочки, где они складывают мелочь, из карманов доставая. Вот я обратился, вот видите, люди, спасибо им приносят. Я думаю, мы скоро этот штраф соберем, положим и красиво принесем, заплатим. То есть, с одной стороны, мы не подставимся, вот я, точнее, не подставлюсь под какие-то репрессии, с другой стороны, это будет знак презрения. Знак презрения, и мы выйдем из ситуации непобежденными, непокоренными. Вот я считаю это правильно. Добрый день. Это 8-й выпуск программы «Гражданская оппозиция». Сегодня мы ее пишем на выезде. Это Алекс Синодов, человек, который давно в протесте. Сегодня на мастерской протеста он выступил с новыми инициативами. Алекс, подскажи, пожалуйста, вот вкратце суть. Ну, это не совсем уже новая инициатива. Мы ходили пикетировать сначала американское, а недавно, то есть в день 3-летия смерти Магнитского, ходили пикетировать британское посольство, но не с протестом, а напротив того, с благодарностью и признательностью американским законодателям за то, что они его уже фактически приняли, закон Магнитского, и к британцам, поскольку мы знаем, что они сейчас его рассматривают и дебатируют, с тем, чтобы они тоже поработали в этом направлении, ибо мы считаем этот закон крайне важным и крайне полезной инициативой со стороны как американцев, так и британцев. То есть все, что вы добиваетесь, это то, чтобы они услышали, помимо всего прочего, еще мнение россиян о том, что пора воздействовать на нашу вороватую верхушку, для того, чтобы британцы тоже приняли этот закон. Да, конечно. Ну, во-первых, в Британии их вот этих... так скажем, не совсем честных людей, причастных либо к власти, либо к деньгам власти, по-моему, накопилась какая-то критическая масса, вот уже число очень большое, и поэтому Британия особенно важна с нашей точки зрения, поэтому мы к ним обращались.
Ну и, ко всему прочему, мы еще считаем крайне важным, чтобы как британцы, так и американцы, в том числе и в правительстве, услышали не только официальную точку зрения, высказываемую Министерством иностранных дел во главе с Лавровым, что там вся Россия в ужасе от этих законодательных инициатив, но и наоборот, что Россия радуется и благодарит их за то, что они принимают участие и сочувствуют нашему протесту и массовому, и в массе своей, я уверен, что большинство россиян, в общем, конечно, поддерживает. Мы хотим, чтобы они это услышали. Хорошо, спасибо большое. Я напоминаю, это был Алекс Синодов. Спасибо, всего доброго. Продолжаем. Я готов представить. Это Михаил Вестицкий. Здравствуйте. И Михаил Шнейдер. Мы продолжаем. Да. Это программа «Гражданская оппозиция». Сегодня она у нас проходит на выезде. Вопрос к Михаилу Шнейдеру, потому что я уже не понимаю, в гостях мы или у нас кто-то в гостях. Нет, это мы в гостях просто в Сахаровском центре. Это мы в гостях вместе, да. В Сахаровском центре. А на самом деле мы все дома. В России. В том числе. Прекрасно. Миш, скажи, пожалуйста, вот мы сейчас сегодня на мастерской протеста, все готовятся к 15 числу к акции. Я слышал, что ты вот выступил с какой-то конкретной акцией. Не мог ли вот поподробнее нам немножко? Ну, конечно, я скажу, потому что это довольно важно. Важно, конечно, прийти как можно больше народу, чтобы собралось на демонстрацию 15 декабря. Но и важно, чтобы от этой демонстрации у людей осталось такое чувство, что они сделали что-то полезное. Нужное. Что-то нужное. Доброе. И вот, в частности, я предлагаю сделать следующее. Россия вместе с другими 140 государствами подписала конвенцию против пыток. Причем в этой конвенции там есть интересный такой момент, что любая страна, которая узнала о том, что на территории другой страны проводятся пытки, имеет право возбудить уголовное дело в отношении лица, которое вот эти пытки производит. Ну, например, Россия может возбудить уголовное дело против гражданина Соединенных Штатов, который пытает там гражданина Афганистана. Да, вот недавно мы все слышали об этом по сообщениям СМИ. И то же самое, Соединенные Штаты могут возбудить уголовное дело в отношении лиц, виновных в проведении пыток на территории России. К сожалению, наша страна славится тем, что это не секрет, что у нас в исправительных колониях людей пытают. Вот последние события в Копейске, Челябинской области, значит, еще один такой пример. Значит, вопиющий случай с Леонидом Развожаевым, которого выкрали с территории Украины, перевезли на территорию России, и вот в течение этих нескольких дней, пока его перевозили, на него оказывали психологическое давление, а в этой конвенции там есть определение, что такое пытка, и вот психологическое вот это давление, это то же самое, это род пытки. Не, ну он сам сказал, что пытали Он сам сказал, да. Поэтому российское правосудие отказывается расследовать факты пыток. Значит, Генпрокуратура отказала Развожаеву в возбуждении уголовного дела. Значит, я предлагаю сделать следующее. Я предлагаю гражданам России, в частности, участникам демонстрации 15 декабря, раздать вот такие обращения главам государств, участникам конвенции против пыток, и подписаться под небольшим текстом. Озвучь, пожалуйста, Миша. Ну, это надо в камеру показать, да, чтобы люди Я лучше покажу, видели, да, вот. Что 15 она будет в электронном виде, как я понимаю. Конечно, да? Я ее выложу обязательно в электронном виде сегодня. Кратко суть. Здесь кратко рассказывается о том, что произошло с Леонидом Развожаевым. И последняя фраза, что мы, ниже подписавшиеся граждане России, просим вас применить предусмотренный Конвенции против пыток механизм универсальной юрисдикции. Это в отношении лиц, виновных в применении пыток Леонида Развожаева, привлечь их к уголовной ответственности. Значит, дальше мы эти все подписи соберем. Я уверен, что это будет не менее 10 тысяч человек подпишется. Вот эти подписи мы размножим по числу посольств. И отнесем в посольство вот тех стран, которые подписали эту конвенцию. Таким образом, это будет реальный механизм давления на российские власти. Я уверен, что в следующий раз любой из нас может оказаться в этой ситуации. В следующий раз
власти тысячу раз подумают, стоит ли им значит, заниматься вот, вот этими пытками, стоит ли им нарушать те же самые международные законы, которые они подписали. Вот, собственно, вот это вся акция. На мой взгляд, отличная идея. Я думаю, воинский блок, десант свободы, забытый полк, союз военных моряков, союз офицеров. Я думаю, мы все поддержим эту идею. Очень замечательная идея. Спасибо большое. Во всяком случае, это действенная мера. И пора заниматься не пустой болтовней, а действительно делом. Ну, собственно, мы прошли, как бы все инстанции прошли. Да, мы могли бы обратиться и в Генеральную прокуратуру с этим же самым, да, но на самом деле Развожаев уже сделал за нас эту работу, ему отказали. Поэтому у нас ничего не остается другого, как вот обратиться к другим странам, главам других стран. Да, отличная идея. Большое спасибо. Я напоминаю, гостем нашей программы был Михаил Шнайдер. Ответственный секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность». Это 8-й выпуск программы «Гражданская оппозиция». Наш гость Маша Баронова. Машенька, скажи, пожалуйста, вот сейчас все готовятся к акции. К акции 15 декабря. Что ты можешь сказать вот о том, как идет подготовка и вот насколько будут актуальны сейчас все вопросы вот там с местом, с самим мероприятием, поскольку еще даже маршрут не утвержден? Актуально всего туда просто прийти, это нужно понимать. По той причине, сейчас не год назад, сейчас уже не требуется ни тот креатив, ни те хихоньки-хахоньки, которые у нас были год назад. По той причине, суровая реальность. Во-первых, суровая реальность, изменилась реальность, а во-вторых, шутка, повторенная 3 раза, не становится в 3 раза смешнее. Даже для произносившего. Да, да, и поэтому уже... То есть креатив на тему, что мы немедленно посадим жуликов и воров, а они 115-й год сидят у власти, он уже немножко иссякает сам по себе. Мы уже сообщили однажды власти, что мы к ней несерьезно относимся, что мы ее не воспринимаем как власть. Все, окей. А повторять об этом 100-500 раз нет никакого смысла. Соответственно, самое главное по 15 декабря просто прийти. Даже сейчас тратить время не на подготовку очередных плакатов, очередных шариков. Все это сейчас не так важно. А важно просто не начинать заниматься разборками, кто же слил протест, кто же виноват, кто же когда там в 10 декабря 2011 года... Не на тот кабель наступил, да? Да, не на тот кабель наступил, не туда пошел. Ну и, конечно же, во всем виноват Пархоменко какой-нибудь, да, или, я не знаю, от Навальный теперь. Новая версия, что 10 декабря куда-то Навальный не пошел, хоть он и в СИЗО сидел в это время. Вот, и, соответственно, просто не заниматься вот этими мелкими разборками, а также, конечно же, не заниматься темой, кто же когда кому Кремлю продался, да, то есть пора уже давно оппозиции совершить люстрацию внутри себя, и тогда просто не останется ни одного человека в оппозиции, просто по той причине, что каждый же подозревает всех остальных в том, что он продался Кремлю, ну и отлично, нужно просто вот отлично его ситуацию у Кремля. Нужно в какой-то мере вспомнить, что остальная страна живет по каким-то совсем другим правилам, но это совсем не означает о том, что они не заинтересованы в смене власти. Они просто ни во что не верят. Они не верят ни в наши протесты, ни во власть. Последние выборы 14 октября показали, что людям, в принципе, уже абсолютно все равно. Они приходят там в составе 7% от населения на выборы. И это такой груз 200 был обановский, совершенно неизбывный, и совершенно неизвестно, что с ним делать. И скорее нужно заниматься тем, чтобы объяснять другим своим вот соседям, родственникам о важности благоустраивать мир вокруг себя, о важности борьбы за гражданские права, которые начинаются с протекшей крыши, с противостояния хамству участкового, с заставления, когда у вас мобильный телефон украли, не заставлять полицию искать этот мобильный телефон, а не получать от них усмешки, когда вы приходите писать заявление, да, в полицию. Это же все очень серьезно, это все всегда нарушение гражданских прав. У каждого это свое, но они как-то все каждый день нарушаются. И эти движения, жалобы, требования от чиновников выполнять свою работу, это нужно выполнять каждый день. И тогда будет какая-то совершенно другая. Ты знаешь, Маша, я тебя прекрасно понимаю. Скажи, пожалуйста, а вот ты сама пойдешь 15 числа? Да, я просто пойду, потому что надо прийти, и все. Мне совершенно... Я приду без плакатов, без всего, без ребенка тоже, потому что я после 6 мая, у меня должен был ребенок быть со мной, но я
Слава богу, что его не было. Да, была накладка, в итоге я отдала его няне, и слава богу, что там... Слушай, пожалуйста, а вот твой личный лозунг, ради которого ты идешь, 15-го числа, вот, ну, один или два, или три, допустим, там, вот лично твое, самое наболевшее, что бы ты в виде лозунгов готова была провозгласить, вот 15-го числа конкретно? В виде лозунгов, я не креативщик по лозунгам. Россия без Путина, безусловно. Россия без Путина. Россия без воровства. Россия без коррупции, Россия с достойной полицией, Россия с бесплатным здравоохранением. Просто нормальная, хорошая, здоровая страна. Да, говорит, нет лозунгов. Молодец. С бесплатным образованием. Потому что на данный момент у нас образование платное и здравоохранение платное. Россия за свободную Россию, за великую Россию. Можно только поаплодировать. Михаил, у меня камера в руках. Может, вы за меня это сделаете? Поаплодируйте наши гости. Да. Поддержу. Я напоминаю, это программа «Гражданская позиция». Наш гость Маша Баронова. Спасибо, Маша. Спасибо. Так, добрый вечер. Это 8-й выпуск программы «Гражданская позиция». Сегодня мы ее проводим не у себя. Я, правда, не понимаю, мы в гостях у протеста или протест в гостях у нас. Я попытаюсь представить всех. Михаил Вестицкий. Здравствуйте. Катя, тебя по-нормальному зовут Катя Рыжик или как-то по-другому представляешь? Катя Рыжова, можно. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы кто? Я мимо проходил, меня зовут Сергей Удальцов. Добрый вечер. Добрый вечер. А я здесь всегда сидел. Волков Сергей. Слушай, хорошее место для посадки. Танюш, представь. Татьяна Сухарева. Извиняюсь, выражение за мой голос. Отличный голос. Владимирова Вита, комитет 12 июня. Васильева Елена, забытый полк. Так, меня представлять не надо. Ребят, все понимают, что вот эта акция, которая будет проходить 15-го числа, она в какой-то мере событийная, в том плане, что ведь прошел год. И за этот год у кого-то были какие-то надежды. Вот я, например, потерял ту наивность, которая у меня была год назад. Вот ровно 6-го числа я первый раз вышел на митинг, получил дубинкой по спине. Кстати, Сережа сказал грамотно как раз. Когда мы ехали, в машине разговаривали, то память осталась, когда его ударили в тот день дубинкой. Лапе. И Сергей как раз... Первый удар дубинкой, это запоминает. Нет, первый удар дубинкой, я потом понял, вот теперь я буду выходить всегда. Дубинка понравилась. Я намеренно не дам первое слово Сергею Удальцову, потому что в интернете уже поползли слухи, что Удальцов дает интервью, за ним бегают миллион видеокамер и фотографов, и он не общается с обычными рядовыми активистами. Мы это сейчас полностью все опровергаем, вот они все сидят, все рядом. Не давайте, все, конечно, многие да. Вот тут рядом, за ну, кадром. Давайте я буду нахальным, начну с Кати, потому что она блондинка. Слушай, Катюшенька, скажи, пожалуйста, вот сегодня, когда Серега там предлагал, что кто-то должен сделать страницу на Фейсбуке, ты знаешь, вот те, кто, даже те, которые молчали, заранее знали, что ты поднимешь руку. С чем это связано, вот такая твоя активность? Вот ты же все-таки девушка, еще и блондинка. Девушки и блондинки не бывают активными. Слушайте, они еще бывают умными. Я имел в виду сейчас протест. То есть наш русский протест, он реально отличается от других. У нас девушки, блондинки, самые активные. Слушай, а что это за страница? Ты поняла, что тебе предстоит создать? Да, конечно, мы будем набирать волонтеров, которые будут во время демонстрации ходить с урнами, в которые будут складываться письма нашим политзаключенным, вот, всем тем, которые у нас ассоциируются с властью. Вот, Михаил Шнайдер вот, свое тоже предложил. Ну, я думаю, что это будет интересно очень, и это очень важно. То есть, как я понимаю, это те письма, которые должны в ту самую холодную новогоднюю ночь согреть душу людей, которые находятся в неволе. Да, конечно. Потому что не все, как бы, не всем доступно вообще написать письмо, да, ребятам. Кто-то не успевает, кто-то забывает. А как раз на демонстрации будет очень много людей, и я думаю, это будет очень замечательная возможность. Я хотел добавить, уж клянусь, не мог удержаться. Во-первых, в чем задумка этого мероприятия, вот отправление этих открыток? Потому что проходят митинги, шествия, принимаются резолюции, но это как бы звучит с трибуны, а сами люди, ну, не всегда могут полноценно высказаться. Вот сейчас у них 15 числа будет прекрасная возможность выбрать ту открытку, тот адресат, который им близок, или политзаключенным, или президенту Путину, нелегитимному, еще раз подчеркну. Или Бараку Обаме, ну кому угодно, там будет целый набор открыток, они, кстати, будут на днях выложены на сайте специальном, он будет в сети опубликован адрес, да, и написать то, что они считают нужным. Поддержать политузников, выразить претензии власти, президенту, кому угодно. Потом, наверное, после марша
может быть, другой день, там, несколько дней мы на это займем. Мы соберем эти открытки, рассортируем и каждому адресату все вместе отнесем. Это будут отдельные такие небольшие мероприятия, но очень показательные. Увидим, кому больше напишут. Понятно. Я следующий вопрос хочу задать нашему юристу. Да, спасибо. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, вот за этот год прошло много разных акций, мероприятий, митингов, и люди страдали, и было много всего, и противоправных действий со стороны полиции, которая, с одной стороны, должна была охранять этих людей, как-то предотвратить, а с другой стороны, эта же самая полиция вытаскивала в руки дубинки. Вы буквально 3 минуты на советы, на самые первые необходимые советы человеку, который в морозный день идет по бульвару, идет на протестную акцию. Вот буквально вот... Ну, здесь скорее нужен совет доктора. Вот. А то уже судья Сырова сказал. Как это в морозный день спрашивать совету юриста. Вот, ты знаешь, мы живем в России, это наши русские реалии. Ну, в морозный день мы вынуждены, не мы хотим туда идти, нас заставляют. Поэтому... Кто нас заставляет? Мы сами все идем. Поэтому... Ты знаешь, я благодарен этой власти. Если бы меня не жарахнули дубинкой год назад, я бы не пришел бы на все эти митинги. Ну, в общем, одним словом, поскольку у нас... судебная власть вся подчинена иерархии вертикали власти. Совет один простой. Не поддаваться на провокации и не нарушать, так скажем, законодательство вот, по мере возможности. То есть, если будут какие-то провокаторы, сразу определять их и каким-то образом блокировать, что ли. Вот. А если тебя задержали в этот момент? Ну, если задержали, то, соответственно, не сопротивляться, а сдаваться. Ты знаешь, и как действовать людям? Ты знаешь, что... Нет. Но... Ты знаешь, что когда сдаваться с горным выражением лица. Да. Я молчаливо подняв руки, потому что все... Тогда вопрос такой. Ну, допустим, вот подходят несколько сотрудников милиции, там, когда они представляются, и вот как бы без видимых причин пытаются тебя припроводить в автозак. Что делать в этой ситуации? Только подчиниться им в том случае, если они предъявляют удостоверение личности. В противном случае они действуют незаконно. То есть сотрудники милиции, они в принципе могут ходить не в военной форме, в милицейской, вот, а по гражданке. Вот, такие случаи были, то есть... Оперативный сотрудник, так да, назовем. Да. Так назовем оперативный сотрудник. Да, поэтому, ну, к сожалению, сейчас такая ситуация, что они не смогут подойти там, где много народу, то есть выдергивать из толпы они не будут, поэтому... Ну что, Удальцова часто выдергивает из такой толпы, что у нее бывают исключения из общего правила, поэтому Сергей — это такое исключение, которое мы вряд ли будем обсуждать, да, поэтому лучше держаться все вместе, и в любом случае они не смогут подойти вот так и выдернуть... Поэтому... Большое спасибо. Большое спасибо. Я спрошу еще раз намеренно вас, поскольку я пытался задать вопрос о том, как правильно и грамотно себя вести в отделении милиции. Знаете, давайте начнем с того, как правильно подготовиться. Поскольку у меня старший мальчик уже в том возрасте, когда он тоже ходит на протестные акции, я просто расскажу, что нужно, как нужно подготовиться. Во-первых, безусловно, тепло одеться. Во-вторых, взять с собой кодекс об административных правонарушениях, Конституцию Российской Федерации, блокнот, ручку и несколько чистых листов А4. Безусловно, бывают сотрудники милиции, которые не готовы слушать никакие аргументы. Но в большой части случаев, если они видят, что человек понимает свои действия, знает свои права и в состоянии задать вопрос, покажите мне, пожалуйста, вот в этой книжке, в кодексе, что я нарушил, как вас зовут, а я запишу это в блокнот, то поведение меняется просто стремительно, это проверено практикой. Поэтому еще раз, с собой иметь термос или бутылку с водой, шоколадку на случай долгого ожидания составления протокола, кодекс об административных правонарушениях и конституцию. И не худо бы перед тем, как идти на митинг, прочитать те разделы, которые касаются непосредственно вот статей, относящихся к митингам. Очень дисциплинируют и участников митинга, и сотрудников полиции. Понятно. Спасибо большое. Татьяна, давай по акции 15 числа. Скажи, пожалуйста, вот ты идешь? Да, я иду, но я сейчас немножко нездорова, но надеюсь, к 15 числу я буду в форме. Слушай, бойцы, как ты, нездоровые не бывают. Ну вот, после того, как толкали автобусы на конференции, немножко сдала.
Танечка, не буду я тебя сильно мучить. Скажи, пожалуйста, вот те основные лозунги, которые вот не дают покоя, те, которые вот тревожат лично тебя. Не просто как человека протеста, а как гражданина Российской Федерации, как обычно русскую женщину. Вот почему именно ты, вот что тебя толкает туда пойти? Меня толкает то, что на моих глазах у людей теряются права и свободы с таким трудом завоеванные 20 лет назад, что бизнес облагается грабительскими налогами, что регионы, я выходец из региона, грабятся с помощью казначейской системы и превращаются там большая часть в дотационные при маленькой кучке доноров. Меня волнует то, что человек не может быть уверен в завтрашнем дне, то, что он не может быть уверен, что у него завтра будет нормальная работа, нормальный бизнес и нормальное право избирать и быть избранным. То, что власть монополизирована кучкой, определенной кучкой людей, и что места даже в такой, как в районных думах, уже продаются за несколько миллионов. Ты знаешь, я все понял. Спасибо. Спасибо. Это весомые аргументы, грех не пойти. Леночка, тебя как человек, который давно в протесте, вот не первый год даже, скажем так, я спрошу о том, что я пытался спросить у юристов и адвокатов, а тебя мы спросим, вот ты человек, который на практике все это проходил, допустим, подходит сотрудник милиции, ты уже в отделении милиции, тебе приглашают откатать пальцы, вот дактилоскопия. Законно это или нет, имеешь ли ты право отказаться? Абсолютно незаконно, ты имеешь право отказаться. Я несколько раз уже говорила людям и хочу посоветовать также вот дополнить то, что сказала Вита. Если ты оказался уже в отделении, если тебе дают протокол, во-первых, ты должен этот протокол посмотреть. Там есть первая строчка со статьей 51 Конституции ознакомлен. Вот всегда надо задать вопрос, чтобы тебе, во-первых, прочитали эту статью. У них, как правило, ее не бывает. Вот. Это очень интересно, когда полиция начинает бегать, искать эту статью, потому что они, как юристы, обязаны зачитать тебе. То есть ты уперся, говоришь, я хочу ознакомиться. Вот. Это очень интересное действие. И второе, то, что если ты подписал эту статью, то в этом случае ты уже, то есть вот ты расписался, имеешь право против себя не свидетельствовать. Все, значит, после этого ты этот протокол можешь не заполнять. Вот что бы они там ни говорили, что бы они ни делали. Фотография, если ты не хочешь фотографировать. А вот тут вот, понимаете, они фотографируют как бы насильно, но ты можешь отказываться, естественно, твое право. Вот, но самое главное, никогда ничего протокол против... Да не надо его подписывать. Пусть они своих понятых ведут, там, причем понятым объясняют, что вот, извините, вот понятых с улицы, как правило, приводят. Вот у нас много раз, лично у меня такое было. Вот. Приводят понятых с улицы, значит, вот, говорят, вы должны подписать. Я им объясняю, понимаете, что вот меня задержали абсолютно незаконно. Я держала лозунг там такой-то, да, свободу там политзаключенным, или я, как эколог, говорила о том, что мне вот против ГМО-продуктов, что, против того, что нас травят. Понятые, ой, да мы не будем это подписывать, и уходят. И полиции приходится еще и еще искать понятых. Спасибо большое, Леночка. Я дополню вот эту тему из своей практики по поводу, кто где должен подписаться. Михаил, вопрос к вам. Миш, вот ты знаешь, вот прошел уже целый год, как вот почти год, как воинский блок начал набирать силу. Вот сейчас вот год, да? Год всем этим протестом. Скажи, пожалуйста, ты доволен действиями именно воинского блока? И если нет, то какие есть еще задумки, поскольку это все непосредственно касается протестных акций? Мы планируем, чтобы они шли по нарастающей. Действиями воинского блока, естественно, я доволен. Мы движемся вперед, развиваемся. С каждым днем у нас становится все больше. Я в связи с этим вопросом хотел вот призвать людей, всех, кто военнослужащих, всех, кто служил раньше, кто присягал родине и народу, а не самозванному царю, прийти 15 числа, присоединяться к нам к воинской колонии. Потому что военные – это очень бесправные люди. Они вынуждены подчиняться приказам, значит, протестовать они никак не могут, потому что все суды, они закрытые. Значит, и у них нет такой возможности, как у нас с вами, объявлять свою гражданскую позицию, потому что их сразу будут там под угрозу военного трибунала и так далее. Вот. Поэтому сложный вопрос, но я призываю всех прийти 15 числа и присоединяться к нам в воинскую колонию. Вот эта вот фраза «воинский блок с народом». Армия, флот с народом. Мы идем под лозунгом «Армия, флот с народом». Этот лозунг говорит о том, что, значит, мы не с этой воровской коррупционной властью, а с народом.
Владимирович. Ладно, я сейчас немножко скажу из своего опыта по поводу отделения милиции. Закончит нашу программу, ну, уже традиция, вторая программа подряд, Сергей Удальцев. Господа, я не могу никого ни к чему призывать. Я скажу, как это сделал я, когда нас привезли в отделение милиции, пока мы ехали в автобусе, я попросил ОМОНовцев. Господа, пока мы с вами просто беседуем, вы мои друзья, там, хорошие приятели, вы граждане России какие. Но как только в отделении милиции вы начнете подписывать какую-то ерунду против меня, якобы я что-то совершил, с этого дня я потребую ваши документы, удостоверения, и в тот день, когда вы придете в суд, лжесвидетельствовать против меня, я обнародую, как только могу, через все сайты, газеты, журналы, ваши фамилии, имена, отчества, отделение милиции, где вы работаете. Мы добились в отделении милиции. Нам сначала говорили, что вот начальник приказал сегодня. Нет, мы добились каждый ОМОНовец. Лично они бегали от нас там по всему отделению, мы добились, показал нам удостоверение, мы все переписали. Второе, что мы сделали, мы не подписывали никаких протоколов, поскольку я сказал, что мне стыдно. Ну там нам писали, что мы шумели, бросались на милицию, там пытались ругаться матом. Я себе представил, я, который ругаюсь матом на милицию, да, действительно смешно. Вот я сказал, что в том, чтобы лжесвидетельствовать против самого себя, и в этом абсурде я участвовать не собираюсь, мы ничего не подписали, фотографироваться никто из нас не ходил, никаких отпечатков пальцев мы не брали. И судья отправил дело на доследование. Он отправил дело назад в ОВД с пометкой о том, что, господа, вы сначала разберитесь, создайте нормальный материал, который мне... Так, теперь слово человеку, который организовал, собственно говоря, был одним из инициаторов вот этого всего 15 числа. Сергей, тебе. Скажу очень коротко. Много сегодня повторяли про задержание, про полицию. Вот я считаю, мы все должны сделать так, особенно кто нас смотрит, прийти 15-го на марш, чтобы ни у одного полицейского, ни у одного ОМОНовца не возникало даже мысли о задержании. О применении насилия к нам нас должно быть столько, чтобы у ОМОНовца и полицейского возникло только одно желание – снять свой шлем, выбросить дубинку и присоединиться к нам, и пойти вместе добиваться правды, перемен в России, свободы и справедливости. Вот если мы все придем, то так и будет. И тогда уже никто нас не будет ни задерживать, ни избивать, и все наши вот эти советы, которые прозвучали, можно будет положить на полку и двигаться дальше. Вот этого я всем нам хочу пожелать и всех призвать 15-го. Дело принципа, дело чести, просто наш гражданский долг. Иначе получится, что мы целый год потратили зря, а наши ребята сидят в тюрьмах невинно, и мы их бросили на произвол судьбы. Такого допускать нельзя. Надеюсь, все придут 15-го. Я напоминаю, это была программа «Гражданская позиция». Сегодня мы находимся на выезде в Сахаровском центре. Ребята нас с удовольствием приютили, даже одалживали на несколько интервью там комнату с хорошим светом. Что я могу сказать? Вы знаете, как можно долго думать, ходить на митинги или не ходить, но время заставляет туда идти. И демократия и права человека есть только в тех странах, есть только у тех народов, которые за них борются. Всего всем доброго, удачи и свободы. До свидания. До встречи 15.